Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь. Сегодня у нас обзор на рыбку пицилия баллон. Не так давно у нас был уже один обзор на обычную пицилию. И в принципе в содержании, в уходе, в кормлении эти две рыбки очень-очень похожи. И в принципе пицилия баллон, она как раз таки сделана из обычной пицилии. Тем не менее, это немножко другая рыба, мне очень хочется вам ее показать и немножко рассказать о ней. Пицилия баллон очень популярна у аквариумистов. Это мирные, подвижные, живородящие рыбки, относятся к семейству карпозубообразных. Пицилия баллон является селекционной формой и отличается от обычной пицилии коротким изогнутым позвоночником и округлым телом. Пицилии держатся стайками в аквариуме, емкостью не менее 50 литров, нуждается в большом количестве растений и свободном месте для плавания. Температура воды для содержания 22-25 градусов. Важна еженедельная подмена воды, но чем чаще, тем лучше, возможно даже и на ежедневной основе. Небольшое добавление в аквариум соли благоприятно скажется на самочувствии ваших питомцев. Пицилия баллон имеет невероятное количество цветов, расцветок на любой вкус для любого аквариумиста. Одни из них, некоторых из них вы видите сейчас на своем экране. Кормление. В еде неприхотливы или, проще говоря, всеядны. Кормить их рыб можно сухими промышленными кормами, живыми и замороженными, подкармливать растительными кормами и вовсе овощами. Разведение. Обычно размножение живородящих рыб не представляет никаких трудностей. Беременную самку отсаживают в отдельный аквариум. Мальки появляются полностью сформировавшимися и сразу прячутся в зарослях. Дабы не были съеденными рыбки, самку отсаживают от своих детей. Самку отсаживают и мальков выкармливают на уплевой артемии, коловратками, циклопами, разными трубочниками, можно мойной. В связи с необычной формой тела и измененным расположением внутренних органов, пицилия баллон размножается реже, чем другие виды пицилии. Мальки у нее рождаются с прямыми позвоночниками, которые деформируются в процессе взросления рыб. На этом все, что я хотел вам сказать, мои дорогие друзья. Более подробно вы можете посмотреть в других моих видео про пицилию. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.